пробежали за спиной страшного великана. Здесь должны быть какие-то плюшки. Я до этого здесь не пробегала, но... Ага. Кстати, говорят, именно железные сундуки. Ага. Могу быть мимиками. Что там? Никто не поднял, не поднялся. Хорошо. Что это? Что это здесь за следы? Ай, нет, зачем? Блин. Хочу взять нашу вторую булаву с дополнительным эффектом. Я еще думаю, может быть, ее прокачать. Блин, где она? Столько всего напихано. Надо все это скинуть. По добру, по здорову. А, вот она. Такие красивые ворота и... А, слушай, это я следы оставляю, да? Не, вроде нет. Ладно. Еще одно место хочу проверить. Там, говорят, трещина в стене. Так, и нам нужно на выход. Догонишь, не догонишь. Мне кажется, мы кое-что пропустили. Блин. Мы пропустили одну дверь. И никто мне об этом не сказал. Представляете, какая трагедия. Вот. Я могла бы совершенно забыть об этом. Почему мне никто не напомнил? Совсем, совсем не хотят, чтобы я проходила. Так, спускаемся. Что здесь интересного? Представляете, целую кучу мест пропустили. Ужас. Да, это плохо. Хорошо. Что это вы потеряли, мужчина? Алебарда. А я люблю алебарды. Ой-ой-ой. Ты за мной не идешь? А-а-а! Чёрт! Меня до паники довел. Вниз спускается, да? Не выходит, хорошо. Так. Плохо видно. Здесь тоже можно. Надо было откатываться. Ой, вас тут двое. Извините, мужчина, я отойду немножко. Ну, кто идет? Нет. Один идет. Он не зайдет сюда, да? А, хорошо. Хорошо вошло. Так.
Там еще говорят кто-то, несколько человек, да? Несколько желающих. Так, тут вроде тихо. Можно пойти свет зажечь. Ух, моя миссия. Я несу свет. Отлично. Давай возьмем здесь зажигалку. Побежали вниз. Эти штуки в темноте, конечно, могут до паники довести. Ага. А я тебя не видела, между прочим. Это он что-то там каламутит. Кислотой какой-то ты кидался, да? Вообще плохой тип. Блин, надо бы поднакупить стрелочек. Огненная бомба, косточка возвращения. Отлично. Считаю, неплохие вещи. Ох, так, повернусь поближе к микрофону. Где второй дядя? Свет тоже надо. Где-то там. Так, хорошо. Здесь вроде бы все спокойно. Доживем свет тоже. Прям олимпийский факел у нас. И тут светло. Отлично, я считаю. Свет должен быть везде, и мы его несем. Ага, ага. Тут товарищ. Ты мне не товарищ, понял? Это у тебя атака. Так, еще один раз. Ничего себе! Как он умеет, блин. Ладно, ладно. Наш меч плюс 5 тоже. Не хухры-мухры. Шипастый кнут. Против врагов доспеха вообще никак, да? Ох, ладно, побежали. Надо забрать свои сокровища. И показать, кто тут главный. Надо взять нормальный щит, я считаю. И побежали. Сразу тяжелее бегу. Таких ударов портятся мечи. Это плохо. Ух! Не-не-не-не-не, двое мне не подходят. Пожалуйста, по одному, ребята. Один ушел, второй зашел. Давайте в узком проходе. Чтоб без этих всяких трюков. Кстати, надо на леварду посмотреть. Вдруг хорошая. Да, укатывайся. Я не на ту кнопку нажала. Хотела атаку нажать, но... Но нет. Полезное заклинание. Хорошо.
Этот кончился. Так. Сейчас там этот хороший. Ну, то есть хороший, конечно, это мягко говоря. Ага, огнем, да? Посмотри, а щит-то нормально огонь выдержал. Так, заманиваем этого парня. Хорошо. Идем в проход узкий. Ты за мной пройдешь? Да, идешь? Давай, давай, шевели булками. Как ты на меня упал, бешено. Дойдешь ты сюда? Нет, да, нет. Это не для тебя. Придется тебя тут. Блин, беги, бежи, беги, 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 беги. Ах, как он там все крушит. Бешеный. Так, ты решил меня сюда, да? Ну, очевидно, ты сюда не дойдешь. Он меня заманивает. Только не падай на меня спиной. Блин. Черт, проверь. Так, я хочу подлечиться. Бешеные такие парни. Да? Я бешено классно играю просто. Ты посмотри. Все. Фух. Так, тут еще один, нет? Или хватит? Факел, хорошо. Мне нужно эстафету передать. Волшебная палочкой. Так, побежали быренько, 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 быренько. Экономим время. Отлично. Теперь у нас тут красиво и светло. Ай! Хотела кувыркнуться. Вау, бэкстеп. Это мы молодцы. Что тут за двери у нас? Интересного. Так, мы все взяли. Все, что надо. Свобода и красота. Я, между прочим, держала. Это я против. Между прочим. Так, он за мной пойдет сюда? Идет, 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 идет. И я как раз полечиться хочу. Тут фиг полечишься. Ну. Очевидно, придется с вами как-то иметь дело. Все замерли. Дай, блин, ты козел. Наверху ждет новые враги. Ну да.
Ты можешь? Оп! Оля! Так. Кто-то умер. Хорошо. Пролом в стене. Ой, блин! Окей. Полуторный меч, хорошо. Так, у нас есть бомбы, надо об этом не забывать. Что здесь интересно? Опять эти черепашки-ниндзя. А, вход. Мы обошли поверху. Ах, черт. Черт, побивайся, поднимайся, поднимайся. Ой-ой-ой. Кошмар. Так, выбиваем. Ох, иди сюда. Его надо сбоку, а со спины подходить. Я тебя расстреляю. Ну, блин. Стена, стена. Броненосец. Не догнал. Ну, блин, я только один удар хочу. Там стена. Так, нам бы не падать, нам бы вот туда. Так, а как он сюда доберется, интересно? Добрался, да? Добрался, нет? Не падать. Так, ух. Сверху, снизу. Везде засады. И падай уже.
Нам туда бы как-то попасть. Можно ли поверху как-то попасть? Непонятно пока что. Там вроде проход какой-то был. Здесь и сверху. Вроде нет. Как вас много. Надо с того двора перепрыгивать. Ох, ладно, давай тебя будем ковырять. Идет, идет потихоньку. Так, хорошо. 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 Теперь ты меня не раздражаешь. Ух ты, панцирный доспех. Так, давай посмотрим, что у тебя есть и что мы там подобрали. Панцирный доспех, вот это, да? Все хуже, чем у нас сейчас. А вес что там? Вес 14, вес 29. Прикольно. В чем его прикол? Старый доспех панцирного солдата превосходно защищает, но невероятно тяжел. Ну... Этот все равно лучше всем показать. Да? Так, хорошо. И еще и красивее. Нам. Идем в тот двор. И посмотрим, сможем ли мы туда пробраться. Здесь вроде всех прибили чуть-чуть. Тут проход, что ли? Ха, а мог бы быть, да? Да, два раза. Ой, как у нас иступилась наша. Как тут пройти, интересно? Наверное, никак. Так, а тут... Вот, как бы вверх вот нам сюда. Здесь проход. Надеюсь, здесь нет отравлений никаких. Вау! Шляпа, охотник, кожаный доспех, кожаные сапоги. Это круто. Не зря сходили. И я вообще искала сундучок. Думала, вдруг тут что-то лежит полезное. И оказалось, что там, да. Полезняшки направо и налево. Так. Мы здесь всех убили, кстати. А, костер! Круто. Зачем сюда можно приходить, я не знаю, но здесь есть костер. Третий костер в этой местности. Так, тут что? Ух ты! Что с тобой делать? Не вижу ничего, что можно было бы с тобой сделать. Даже почему-то нету кнопочки осмотреть. А, вот. Забрать предмет. Семя дерева гигантов. Круто, 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 круто. Теперь можно осмотреть. А его не видно было. Гигант покоится в мире.
То есть посадить семя дерева гигантов можно вырастить гиганта. Логично, да? Было бы. Так, хорошо. И мы уже туда можем не возвращаться, потому что мы открыли костер. В принципе, все это можно оббежать. Это площадочка. Наверху, интересно, мы все забрали. Блин, костер чуть не пропустили еще один. И никто, ни одна живая душа мне не сказала. Вот, что за люди? Прошу же, говорите мне, если я 4 серии подряд ничего интересного не нашла. Ну, то есть, что-то пропустила. Оп, не прыгай так далеко, ты меня пугаешь. Так, тут лестница, кудесница, по которой мы забирались наверх. И там, где ходят эти чувырлы. Там есть какие-то сундуки, могли бы... О, так, могли бы сундуками людей приманивать сюда. Я не вижу здесь никаких других мест, куда можно еще пойти. Там сундуки нету, коробки ходят туда-сюда. И все, в принципе. Ух, спрашивается, зачем здесь костер? Не такая уж большая. В общем, расположение костров меня здесь очень удивляет. Так, куда идти? Куда идти? Куда идти? Сюда, да? Направо, налево. Светится наш костер. Кострик. Место отдыха солдатов. Ага. Ладно, продолжим дальше. Потом. Случайно тот чудак уронил сюда бочку, видимо, с чем-то горючим. Главное на бочке не бить. А то... О, костер! Костер! Это же, это ли не круто, когда костер? Круто, 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 круто. Отсюда можно просматривать, но не пройти. Да ты что? Ты хочешь сказать, что ты кузнец? Кузнец? Ты кузнец? То есть ты не нападешь? Ты не с ума сошел? Ты не полый? Немножко сумасшедший. Точно сумасшедший. Dear flame, how brightly you burn. Блин. I ought to fetch a new ember. Flame, dear flame. Нужен какой-то ему уголь доставить. I ought to fetch a new ember. Flame. I ought to flame. Блин, а? Я думала, у нас будет новый кузнец. Тяжелый болт. Хорошая штука. И столько-столько сюрпризиков. Железная стрела. Кстати, что пишут? Спокойствие и тогда может помочь клад. Эу. Что там написано? Фух. О, ой, два осколка титанита. Атака. Закрыть. Кого атаковать-то? Факел и тогда костер.
Факел? Осколок титанита 5. Нифига себе. Что пишут? Может помочь факел. Ремесленник. Мы все сундуки открыли. Так, что там? Там заперто. Так. Блин, я хочу... Хочу взять... факел. Здесь можно зажечь? I ought to fetch a new ember. Новый уголь. Flame. А, кстати, он сидит на этом, I ought to на каком-то fetch a сундуке. Dear flame. Блин. Нет, 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 нет. Может, к нему с костром, с этим вот сбегать. Ой, он уже, кстати, работает. I ought to fetch a flame. Нужно заполучить уголь. Загадка. Так, хвосты там сдохли. Хвост сдох, собака облез. Кто скажет собака, тот и съест. Заперт вам, блин. Там собака или что? Да, две собаки. Видимо, надо открывать с другой стороны. А, точно, точно. Вы же все возродились. Я и забыла, что вы возрождаетесь, красавцы. А, вот она дверь, да? И здесь заперто, никак и не открыть. Печально. Там чувак стоит, он может скатить сюда и взорвать все. Ну, с другой стороны. Так, надо его убить и написать там подсказку. Ай, у меня еще не восстановилась стамина. Так, хорошо. А, и там собаки. Так, здесь надо написать. Сейчас будем долго думать, как это все сформулировать. Может помочь. Клад, дверь, нечто потрясающее, снаряд, кольцо, сообщение, иллюзия, руда. Дверь, свитое кровавое пятно. Нечто. Клево. Кстати, сказали, что стены там, где вот какие-то впуклости такие. Так что вы видели, там была бешеная трещина. Ладно, нам надо к костру.
Блин, как клево шло с костер. Ему какой-то камень нужен. У меня уже все камни в мешке, и, видимо, какой-то другой нужен. Печаль. Мастерская Макдафа. Ладно. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам было интересно. Всем удачи. Пока-пока.